Беларусь памятая, памятаем кожнага. Агульнарэспубліканская акция прошла на передадні 9 мая у нашей краине. У гэты дні бадай у кожной сям'і узгадваюць тых, кто обороняў радзіму. Гэта люди, чыё жыццё ў гады Великой Айчыннай войны стало сплавом мужности, стойкости, самоадданности. Менавіта ім мы удзячны за свое мирное жыццё. Сёлета у акции прымало удзел мноства организаций, ведомстваў и дзяржаўных структур. Сярод іх і супрацоўнікі управления следчага комитета по Гомельской области. Яны наведалі мемориал памяти детям ахвярам Великой Айчыннай войны в вёсцы Чырвоны Бераг Жлобінскага района. У следчым комитете надаецца асаблівая увага захаванню памяти об мужнасці і героізме наших продкаў, патриотичному выхаванню молодых супрацоўнікаў. Так, у маю 2018 года падчас проведения у Гомелі коллегии следчых комитетов Беларуси, Армении и России старшыні з трох краін заклали тут вишневую аллею. Сёлета падчас суботника працоўный десант управления следчага комитета установил тут памятный знак об этой подеи, высадил новые древы. Сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области, как и вся страна, принимают участие в акции «Беларусь помнит». В преддверии Дня Великой Победы, 75-летия нашей Великой Победы, мы приняли решение посетить мемориал в деревне Красный Берег Жлобинского района. В Следственном комитете уделяется особое внимание и патриотическому воспитанию сотрудников, и увековечению памяти погибших наших и доблестных наших воинов. В этом году мы провели субботник по благоустройству территории мемориала здесь. Поэтому для нас это не пустые слова, для нас это стало доброй традицией, и мы надеемся, что это будет у нас продолжаться многие годы. Нагадаем, у Чырвоным Беразе размяшаўся один из буйнейших дитячих донорских концлагеров. Хлопчика у дзяўчынак силой отбирали у матерей у Жлобинским, Рогачевским, Добрыжским и інших районах. У малых брали кров для нацистских солдат и офицеров. Тих, кто заставался у живых, отправляли у Германию. Выживали у решти немногие. Наведвальников мемориала як бы сустрака скульптура дзяўчынки з узнятыми у гору руками. Центр композиции – площа Солнца. Промяни аллеи разыходятся по яблоневым саде. Один из их проходит праз импровизованный класс с пустых белых парт и школьной дошки. Белый парусик символизует мары, яким не наканавана было справдзіцца. Побач – 24 мольберты с дитячими малюнками.